Це дійсно хочуть нове в сім'ї, в школі і в господарстві. У любого господарства є свої закони, правила. В нашому господарстві є конституція, а в нашому господарстві школа теж є своя конституція. Це світ правил і законів, которые ми всі, і ученики, і учителя, обязаны выполнять. Сьогодні особливий праздник, потому что наша Лига проходит в канун 95-летнего юбилея создания нашего государства. И я пришла вас поздравить с этим праздником и надеюсь, что вы будете продолжателями традиций и законов нашего небольшого государства, которое зовется Рижская Долгопрудская школа. С праздником вас!
впрочем, первоклассникам значки. Эти значки, ребята, говорят о том, что вы стали полноправными гражданами нашего школьного государства. Школа, внимание, значки вручить. Но прежде чем давать новое обещание,
мы должны мечтать об исполнении прежнего. Помните, когда мы давным-давно в Рижскую Долгобрюкскую школу пришли? Мы еще толком ничего не понимали, а родители, учителя, директор уже дружно требовали. Ты должен обещать хорошо себя вести. Хорошо учить, слушать нам и главу. Уважать директора, самому собирать свой портфель, быть вежливым, еще много-много всего. Мы были очень хорошими детьми, и мы все пообещали. И сегодня мы твердо можем сказать, обещание выполнено. Судите сами. Выпускники 12-го А класса стали студентами. Рижский технический университет, 5 учеников. Рижский аэронавигационный институт, 2 ученика. Рижский педагогический институт, 1 ученик. Латвийский университет, 1 ученик. Медицинский университет имени Страдова, 1 ученик. Институт транспортной связи, 1 ученик. Рижский государственный техникум, 2 ученика. Рижская школа экономики и бизнеса, 2 ученика. И работают на благо нашей Родины 8 ученик.